Как попу потереть, кстати? Ребят, еще разочек. Когда потираете попку, желательно бумажку складывать. Просто мне очень много раз пишут, типа, Санек, вот я, говорит, по твоему гайду подтирал жопу, да, я до этого делал это пальцем, сейчас стал делать это туалетной бумагой, но руки все равно в говне. Я говорю, это потому, что ты туалетную бумагу не сложил в пару раз, блядь, и, соответственно, палец твой ее проткнул и тебе в задницу залез. И, судя по всему, тебе это понравилось, и ты продолжаешь это делать. Так что ничего не меняй. Вот такие вот обычно темки. Очень часто. Ну, лады. А так все путем.